здесь наблюдаю, что люди как бы это не... Я вот, например, ни разу не видела, чтобы кто-то убрал за своей собакой. Ни разу не видела. Вот. И вот сегодня, например, утром я на пробежку опять бегала, да? Такая, вот вы не поверите, я просто бегу, расслабленная, мне так хорошо, я бегу, ни о чем не думая, у меня наушники, хорошая музыка, и вдруг смотрю, появляется огромная овчарка, вообще без хозяина, там, ни поводка на ней, вообще, ни намордника, ни ошейника, ничего нет. Появляется овчарка, смотрит на меня, да, а я бегу. И где-то в метрах 10 только появляется за ней хозяйка. То есть она, получается, хозяйка отпустила свою собаку из подъезда. Собачка благополучно вышла гулять тоже, бегать или там, не знаю, или укусить кого-то хоть. Я не знаю, что у собаки. То есть ее отпустили. И представьте мое состояние. Мне надо бегать, мне нужно расслабиться, какую-то такую релаксацию для себя, да, сделать, получить, да. А у меня уже ушки на макушке, потому что, я не знаю, на меня смотрит огромная овчарка. Как мне бежать? Я не знаю, я вот бегу, и мне голова вот так вот поворачивается, знаете, назад. Мне кажется, что собака уже бежит за мной, сейчас она меня сзади схватит. Потому что случаев сотни, тысячи случаев, когда просто собаки не из-за ничего бежали за людьми, кидались, хватали, кусали, рвали на части, а иных вообще заедали насмерть. Вот, и вы это прекрасно знаете. Вот, поэтому состояние такое жутко неприятное, и ничего не скажешь, потому что сделать замечание, что посадите собаку там свою на поводок или придерживайтесь, получишь хамский ответ. Я, например, это как бы знаю, да? Вот. И это я сегодня болтаю, потому что у меня, наверное, маска на лице. Действует на меня так. Вот. Но я давно эту тему, как бы, тема давно для меня такая была, ну, болезненная, вот. И поэтому я думаю, что если мы сами, мы не будем ждать законов, да, никаких, когда примут какой-то закон, чтобы там убирали за собой, там следили, чтобы собака была там на мордник, поводок, там еще что-то, чтобы мы не боялись там выходить на улицу, отпускать своих маленьких детей там, да, и не боялись наступить в эти какашки, для этого нужны законы. Вот. Но, как вы знаете, мы живем в России. У нас законы, даже если их какие-то там есть законы, да, у нас практически законы не работают, вообще не работают. Вот. И что говорить, когда у нас мизерные пенсии, я уж просто сейчас перескочу, да, как бы хочу сказать, мизерные пенсии, да, не очень хорошие зарплаты, то есть хотелось бы достойной зарплаты, да, у нас нету, как сказать, возможности россиянам купить себе жилье, нормальное жилье, там, если берешь ипотеку, так кто-то берет ипотеку, так он ипотечится, извините меня, на 25-30 лет, понимаете, то есть он завязывает себе поясок потуже завязывает, да, и платит эту ипотеку, уже дети вырастают, он еще будет платить эту ипотеку, вот. Законы не работают, понимаете, и уж, что уж там говорить об этих, как я сейчас тему подняла, об этих какашках, да, когда есть там, допустим, в стране более глобальные проблемы, да, хотелось бы, нам бы хотелось бы, да, а я эту тему затронула, но все равно это тоже относится, как бы, к нам, живущим вот в это время, в настоящее время, вот, потому что мы все живем как бы на одной планете Земля, вот. Но я думаю так, мои дорогие, не надо нам ждать своих законов, когда там кто-то примет в этой Думе, да. Я думаю, что если мы сами будем убирать за своими животными, за своими собаками, кошками, я имею в виду на улице, да, если мы их выводим, мы сами будем убирать, если мы сами будем... И когда мы выезжаем на пикники, в леса, на речку, там, на поляны на различные, да, мы будем убирать за собой ту поляну, на которой мы накрывали там тарелки, мусор, ложки, вилки, бутылки. У меня, кстати, есть видео очень хорошее. Кто хочет, посмотрите. Называется «Засранцы». Вот я его в этом году сделала. Вот буквально вот недавно. Посмотрите, это ближайшее Подмосковье.
мы практически не могли найти место со своей семьей, чтобы просто в лесу отдохнуть и пожарить там шашлыков, да? Посмотрите это видео, у меня есть. Так вот, что хочу сказать. Если мы будем сами за собой следить, убирать мусор этот в лесу, где мы отдыхали, там, на полянках, там, у берегов рек, речек, озер, за кошками, за собаками, поверьте мне, мы настолько сделаемся чище, светлее, поверьте мне, мы настолько будем добрее, красивее. Ну, мы реально изменимся. Мы не будем хмурыми, не будем бурчащими, злыми людьми. Потому что я говорю, я сейчас повторюсь, потому что если бы я сегодня этой девушке, ну, как бы попросила ее, чтобы она прицепила собаку, свою овчарку на поводок, вы представляете, 100% говорю, я бы услышала хамский ответ в свой адрес. Зачем мне это надо? С утра получить люлей, скажем так, да? Это просто зависит от каждого человека. Вот. Ну вот, наверное, все, что я хотела сказать. Вот сегодня мне вот как вот это вот меня сегодня затронуло, да? Еще я вот я говорю, что подстегнула, что я у Люды Гусуляк увидела вот это видео ДНК какашки. Думаю, елы-палы, думаю, вот там законы работают, да? А у нас почему-то законы не работают. Там все для людей. У нас почему-то большинство против людей. Вот. Вот как-то я не знаю. Но мы живем в России. Мы живем в богатой, в сильной, умной стране. Я думаю, что надо нам тоже быть достойными нашей страны и как-то маленечко следить за собой, вокруг себя, что мы после себя оставляем. А оставить нам есть что? Нашим детям, нашим внукам. И оставить наше воспитание показать. Это же то, что сейчас вот делается, вот это вот грязь кругом, да, мусор оставляем. Мы этим показываем воспитание нашим детям. Нашим детям. Они просто видят, как мы относимся к окружению, как это, к этой природе, да. И, естественно, они точно так же будут делать, как мы сейчас делаем. Поэтому, я думаю, надо пересмотреть это все. Ну вот, вы меня послушали, я тут бла-бла-бла вам, да, сказала. Но я думаю, это все-таки стоит, чтобы я это сказала. Я думаю, что вы меня поддержите в этом. Если есть какие-то у вас, ну, я не думаю, что, может, какие-то будут возражения, да. Ну, просто давайте хоть так друг друга поддержим вот в этом. Пишите мне, и я думаю, мы будем солидарны с вами. Ну, все. Я сейчас пойду маску снимать, смывать пойду. Я буду умница, красавица, разумница. И вообще, мне очень классно. Все. Всем пока-пока.